Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я готовлю овощной пирог, только он будет без муки. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, так и как гарнир к мясу. Овощной пирог получается необыкновенным, вкусным, бюджетным и полезным. Для этого нам будет необходимо капуста белокочанная, у меня здесь 900 грамм, 2 морковочки, 2 лука, 3 яйца, желтки я уже отделила от белков, перец болгарский, у меня он с заморозки, замороженный перец 150 грамм и зелень, петрушка, укроп. Прежде всего приступаем натирать на крупной терке лук и морковь. Натерли лук, теперь натираем морковь. На сковороду предварительно разогретым растительным маслом, 2 ложки у меня здесь, выкладываем лук, морковь и готовим до мягкости, обжариваем. Теперь будем натирать на той же крупной терке капусту. Предварительно мы ее порезали, чтобы она вошла у нас вот сюда. Это горло, так сказать. В натертую капусту добавляем обжаренный лук с морковью. Даже не обжаренный, а протушенный до мягкости. Добавляем перец болгарский. Зелень, 3 яйца, 3 желтка, желтка, перемешиваем. Пол чайной ложки молотого черного перчика, пол чайной ложки соли, три столовые ложки манки. И 1 чайная ложка разрыхлителя. Все это тщательно перемешиваем. Все тщательно перемешав, приступаем к взбиванию белков. Взбитые белки отправляем к овощной смеси нашей. И потихоньку все это тоже перемешиваем. Выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой, и несем в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, и печем в течение 50-60 минут.
Проверяем после этого. Смотрите, какой он уже яркий получился. Вот, смотрите, даже уже яркий, какой красивый. И красный, желтый цвет. Зелень. Все, несем в духовку. Вот и прошло 50 минут. Достали из духовки. Переложила я в блюдо. Режем, смотрим. Подаем со сметаной. Посмотрите, какой он получился внутри. Необычайно нежный, вкусный овощной пирог. Да к тому же еще и полезный. Всем, кому понравился мой рецепт, пишите комментарии, ставьте лайки. Кому что непонятно, я отвечу на комментарии. У меня он еще с пылу с жару пирог. Все ингредиенты, рецепт будет указан в описании. Спасибо, дорогие мои, что вы были со мной до конца. Готовьте, пробуйте, делайте. Всех уважаю, люблю, ценю. Всем до новых встреч. С вами была Наталья Крайник. До свидания.